Чтобы осенью добиться вау-эффекта, придется как следует поухаживать за кожей лица. Слякотная погода, усиленный ветер, а также сухой воздух в квартирах, неизменный спутник отопительного сезона, приводят к сухости, покраснению и шелушению кожи. Чтобы раздражение на лице было меньше, стоит задуматься и о правильном выборе защитной противовирусной маски. Осень – это та часть, когда вроде с одной стороны солнце становится меньше, но с другой стороны становится больше именно погодных условий в плане низких температур. И в совокупности все это называется экспозом фактором, и воздействие экспозом факторов, естественно, приводит к старению кожи. Есть у нас категории лиц, у которых так называемый синдром чувствительной кожи, и этим людям, конечно же, лучше использовать маски, ну, так скажем, из инертных тканей или натуральных тканей, потому что синтетические маски в некоторых случаях вызывают раздражение, особенно от длительного использования. Эксперт рекомендует провести ревизию косметички и полочки с любимыми кремами. От тональных кремов на масляной основе стоит отказаться в пользу очищающих, увлажняющих и питательных средств. Не стоит пренебрегать и походом к косметологу. Этой осенью особой популярностью пользуются пилинги. Зима и осень – это благоприятное время для проведения практически всех процедур косметологических, но наибольшую популярность набирает пилинг. Воздействие очень большое солнечного излучения, то есть как бы это противопоказание. А так как у нас осень-зима, солнце не такое активное, поэтому наоборот. Контурная пластика, ботулинотерапия, мезотерапия, биоревитализация – они, наоборот, благоприятно имеют значение. Улучшить состояние кожи поможет правильно подобранный рацион. Морепродукты, зелень и фрукты вам в помощь. А вот на мясное лучше не налегать, рекомендуют эксперты. Витамин на коже у нас – это А-витаминка, В2, В1 и В6. Конечно же, можно покупать витаминные комплексы, рыбий жир. Осенью стоит лучше больше акцентировать внимание на продуктах растительного происхождения, так как там содержится больше белков растительного происхождения. Они лучше осенью именно усваиваются, легче перерабатываются организмом, нежели чем, например, летом мясо. У многих в период холодов сохнут и трескаются губы. Чтобы этого не допустить, используйте защитные бальзамы и медовые маски. Прибегать к этим несложным хитростям стоит уже сейчас, чтобы избежать неприятных последствий. Ольга Хамракулова, Николай Епифанов, Николай Сидоров. События.